Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Сейчас едем с Андреем в парикмахерскую. Андрей меня везет, потому что давно не было парикмахерская. Там подарили денежки. Я решила. Вообще-то не выходили, а, по-моему, со вчерашнего дня уже открыта парикмахерская. Там, где я всегда ездила. Вчера была спокойно, но сегодня уже была сирена. Я имею в виду, ночью было спокойно, а утром уже очень рано была сирена. Да и вчера вечером была сирена. Ну, вечером, а ночью не было, слава богу. Ночью не было. Да, ночью не было, ночь прошла более спокойно. Ночь была хорошая. Ну, уже много людей выходит на работу. Вот и я сама утром, когда езжу, то видно, и маршрутки ходят. Много, да, открывается все-таки. Несмотря на войну, люди все равно работают, потому что надо дальше жить как-то, поддерживать экономику. Так, Андрей вышел туда на подиван зайти быстренько. Еще не доехали, у нас сегодня 8 часов. Рано я попросила девчат, потому что... Ну, когда они могут, потому что очень много людей, много клиентов, наверное, иногда. И они мне попросили на 9 часов утра прийти. Вот. Ну, вот такие-то дела. Вот такие-то дела. Едем немножко, может, покрасят меня. Немножко кончики. Мне после ковида очень сильно волос лезет. Очень сильно лезет волос. Раньше, когда кто-то говорил, ну, я так прислушивалась. А в реальности, когда уже сам на себе почувствуешь, что ты понимаешь, что действительно оно такое и есть. Вот. И у нас сегодня уже потепление, все-таки все тает, это очень хорошо. Надеюсь, что будет действительно уже скоро времени весна, тепло будет, может быть, нам можно будет что-то делать. Вот. А так вроде бы мы более успокоились. Конечно, плохо так говорить, что ты привыкаешь жить с этим, но первые дни, конечно, было очень тяжело. Ну а сейчас... Ты понимаешь, что рано или поздно это все-таки закончится. Все мы хотим жить на своей земле, работать нормально, мирного неба, чтобы не стреляли, не были бомбы, не обстреливали ни города Украины, а было более спокойно, чтобы все-таки до многих людей дошло, что нельзя заходить в чужую страну, убивать простых и мирных людей. То, что я тоже вчера смотрела очень много видео, и очень много мои знакомые, очень много детей погибло, очень много детей погибло. Ты сидишь дома, воздушная тревога, не знаешь, куда и снаряд прилетит. Может прилететь их не в один дом, так и в другой, как вот мальчика двухлетнего. Позавчера под Киевом хоронили родители, единственный сын. Спал, залетела бомба и убила. Это вообще это ужас, это просто страшный ужас. Какая-то собачка бегает маленькая, да, на улице. Очень много животных, но молодцы у нас в Днепре, молодцы. Я вижу, вот сколько еду, люди все-таки понимают, подкармливают животных, не оставляют, что кто чем может делиться на улице, да. Ну и собаки, конечно, некоторые раньше приезжали, ну, приезжали, прибегали к остановкам, а сейчас, когда меньше людей стало, и они, видно, поменяли место, там, где больше людей, там, они могут покормить их. Вот такие-то дела. Да, и буду ехать назад, мне там еще корм есть, да. Сухой, может, им дам. Даш, у меня там еще каша, я же не думала, что будешь заезжать сюда. Да там есть, еще каша есть после обеда. Сухой корм есть. Осторожно, пошла к тебе, большая машина есть. Так мне с той стороны не надо, мне с этой стороны. Там пускай едет себе, какая хочет машина, какая разница. Главное, с этой стороны бы не ехал. Ходит. Один за одним ходит. Транспорт ходит. Едем вместе с Вильчиком за Светланкой. Вильчик, не спи, едем за мамкой. Вильчонок, спит. Долечка осталась с мамой. И Чарлик. А Вильчик поедет со мной, так? Пускай прокатается. Он уже давно со мной не ездил. Едем. Ну, кого ты там увидел?
Сейчас едем, детям. Смотришь, ворота открывай. Раз. Сейчас он будет целую дорогу смотреть. Вот так он любит смотреть. Когда едет, он так впереди становится и едет. Так? Зайчик, сейчас едем. Вильчик уже на солнечном бегает по парку. Мы уже Светланку забрали. Да, еще, конечно, не забрали, а только Светлана вышла. Очень хорошая погода. Погода супер. Смотри, что он делает. Новая территория. Он везде метит. Он занятый, занятый. Новая территория, что ж ты хочешь. Что ты подстригалась и красилась, да? Да, и руки, ноги тоже сделала. Да? Тоже подарок на день рождения мне сделали, то я израсходовала. Ну, твой подарок ты хотела, что делала. Хотела купить творога, здесь нигде нет творога. Скажу, а сейчас будем ехать через Ксеневку, может, там будет. Ну, я не знаю, может, будет открыто. Ну, посмотрим, если будет открыто, то купим там. Что, Вилёк? Да, наверное. Так, а сейчас еще пройдусь я с ним. Так, приехал, меня встретил Вилёк. Да, Вилёк? Я волнуюсь, Вилёк маму встретить. Едем домой. Сегодня, смотри, какая солнечная погода. Солнце на улице, тепло. И у нас так погода класс. Погода супер сегодня. Да. Хорошая. Да. Он как увидел дубермана, аж присел, большого пса. Он же давно не видел собак, наверное, больших. А скажи, тут собаки, здесь очень много на солнечном. Конечно. Собак. Особенно там дальше парк такой есть, а там так много собак, да. Что страх. И сегодня даже девочки рассказывали, что многие уезжали, столько было, говорит, на солнечных собак. Породистых и щенков это вообще поставляли, то люди позабирали между собой на этом, на солнечном, люди все забрали этих собак. Да. Я говорю, вот так тяжело, и... когда так берут, а потом. Мы когда с тобой сегодня с утра ехали, вот там не доезжая до Ирине, там помнишь, мы с тобой смотрели, тебе показывалась такая собака, как на волка похожа. А, она типа как лайка. Лайка, я не знаю. Вот постоянно она там стоит возле, утром приходит, видно, кто-то ей там кушает давал, а потом прячется. Ну, она одниковатая. Наверное. Но видно, что эта собака была чья-то домашняя, ее бросили. Она большая. Молодая, но большая. Но она, видно, не идет так людям. Она вот подходит, хочет что-то выйдет, да, и даст что-то ей покушать. И сразу она пропадает. Ну, ничего, мы там корма купили. Я сегодня не заезжал на рынок, потому что сегодня рынок был. И собачек почти и не было. Они же там бегают, где мясо люди продают. Подкармливают. Молодцы, люди кормят. Кормят. Да, потому что здесь люди особенно там котов тоже кормят. Да, выходят и пенсионеры последним делятся. Молодцы, даже нет товара. Молодцы люди. Вильчик уже спит или что? Он уже сонный, скажите. Но со мной ехал-то молодец. Не спал. А потом уже тут при конце он уже лег-то уже. Расскажи, солнышко пригрело. Я купила там ему рыбные косточки и купила ему синий роял. Те, что мы купили косточки, я приехал, им сразу дал. Да? Ну. Мама осталась, а Чарлик дома, Доля. Но она говорила, что выйдет на улицу с ними погулять, так что надо будет, когда приехать, посмотреть. Чем они занимаются, да? Не, ну, чтобы ворота не открыть, чтобы они не выбежали. Конечно. Мама говорила, что телефон не берет, потому что у нее телефон разрядился, и она поставила на зарядку. Ну, ничего страшного. Станция желудочная. Ну, поломалась машина. Там мы дальше с Колей рыбу ловили. Тоже там классно рыбку ловить. Ну, рыбалка хорошо. Скоро грибочки начнутся. Только настал мир, чтобы было все спокойно. Чтобы было все спокойно. Кому нужна эта война? Мне кажется, что никому она не нужна. Все
там Лехчик. А посмотри. Смотрит в окошко. Ага. Не, а он уже спит. Ты же спишь, скажи, ваша жена. Соня, мамина, Соня. Он уже почти спит. Передают потепление, передают. Будет потепление, хорошо. Потеплеет же, можно и огород будет перекопать. Что можно? Что-то посадить. У меня там щавель уже вылез, щавель и петрушка. Ну, щавель еще прошлогодний. Было 9 градусов, она немножко померзла, может отойдут. Отойдет, что ж не отойдет, все отойдет.